Бычкуевке закончилась. Не помню, как пролетело время. Безумно насыщенный получился отдых. Так что мы сдали номер. И мимо парка начинаем двигаться дальше. Сейчас на заправку. Самое интересное, что жена еще не сказала, куда мы едем дальше. Итак, наша попытка попасть на 35-ю батарею повторяется. Попытка номер 2. Мы, конечно, приехали вчера, да? Оказалось, что билеты закончились еще до обеда. Поэтому пытаемся сейчас взять билеты, чтобы все-таки посетить это место. Та-да-да. Так, господа, наша попытка не удалась. Билеты в свободном доступе, но по времени экскурсии 17.40. Сейчас удалось билеты на 17.40. Поэтому получается, что до 17.40 нам нужно проболтаться, а потом вот сюда приезжать опять. Ну вот. Странная, конечно, какая-то организация посещения экскурсий. Как-то непонятно. Говорят, 8 часов, тут уже несколько десятков сидят в ожидании, как говорится, билетов. То есть приезжать нужно рано. Ну, мы сейчас отсюда подошпарим на Фиолен просто. Тупо. Он тут недалеко. Какая здесь вода? Нет, вы видите? Проходы для плавания подведены. Там стоят палатки. Люди отдыхают. Палатки переносят в воде. Ну, ребята, это для экстремалов. Спасибо, Петер, ходим.
дальше. Прыгать. Прыгать. Прыгать.